Департамент здравоохранения Одесского облсовета запустил информационную кампанию в поддержку службы скорой помощи. По словам чиновников, уже давно между работниками неотложки и пациентами наблюдается разногласие. Промониторив конфликты, приняли решение организовать ряд мероприятий для улучшения имиджа скорых. Будут проводиться мероприятия и информационные, и даже, можно сказать, экскурсионные, которые нацелены на то, чтобы сблизить эти две стороны и научить правильно реагировать на ситуации. У жителей города и области будет возможность в большей детальной степени ознакомиться с работой самой скорой помощи, с работой бригад скорой помощи, по возможности улучшить эту работу вместе с жителями нашего города. Важным направлением станет повышение информированности жителей города и области, как правильно вызывать скорую помощь, какие симптомы рассказывать при вызове скорой помощи. Сам вызываемый абонент должен понимать, что разделять экстренную помощь на и неотложку. В рамках проекта медики собираются пройтись с разъяснительными беседами по школам. Также планируется учение для сотрудников ГСЧС. Ну а 29 сентября в 11 утра на подстанции скорой помощи номер 7 в Валиховском переулке проведут день открытых дверей.